Так, яровая пшеница, сорт Ликомера. Это участок удобренный. Здесь у нас внесено уже 200 килограмм селитры с осени. Мы внесли 250 килограмм диамофоски, предшественник соя. Вот так этот участок выглядит. Это 5 миллионов. 4. Три. Лист с уменьшением нормы высева становится шире. И, естественно, кущение, коэффициент кущения тоже увеличивается, потому что я вижу, что там больше, чем 3 стебля. 3. 2 миллиона. 1 миллион, но здесь уже междурядье 25, то есть на 2 миллионах я здесь у нас получается заканчивается на междурядье 12,5, а дальше начинается междурядье 25. Для чего это сделал? Чтобы как-то собрать риток с меньшей нормой высева. В целом вот миллион, 1 миллион, это 40 килограмм, ну риточки закрыты. Пшеница достаточно комфортно себя чувствует. Один миллион. Полтора миллиона. Два миллиона уже закрыты у нас рядки. Сомкнулись. Два с половиной. Она даже кажется выше. 2,5 миллиона. А дальше у нас участки уже с междурядьем 37. 37,5. Это 1 700 000. Миллион 400. Один миллион. И 650 тысяч.